Компромисс и взаимоуважение между участниками дорожного движения крайне важны. Но, к сожалению, наблюдать это на дорогах региона приходится нечасто. Несколько примеров грубого стиля вождения покажем в нашей традиционной видеоподборке. Смотрим. В России правостороннее движение. Однако не все автомобилисты Прибайкаля, судя по всему, об этом знают. Водитель за рулем этого Бентли явно игнорирует дорожный знак «Круговое движение» и едет против шерсти. Ну правильно, английский автомобиль и манера передвигаться по левой стороне такие же. Хорошо, что дорога поселковая и движение неинтенсивное. Автохам за рулем этой легковушки тоже любит ехать против потока с риском для жизни, хотя вероятнее просто куда-то сильно спешил и выехал на встречку через сплошную. В считанных метрах ему удалось избежать лобового столкновения, ведь навстречу двигались сразу три автомобиля. Работу сотрудникам скорой помощи мог подбросить и водитель этого японца. Шофер чуть не совершил наезд на мужчину, который почти уже добрался до обочины. Дорогу он переходил по пешеходному переходу, но автохаму на это было все равно. Тормозить он не собирался и проехал дальше. Если вы стали очевидцами неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео.